Мы идем к замку, нам подсказали, как пройти к замку. Что за замок, да? Ужгородский. Ужгородский. Сейчас мы посмотрим, если найдем, мы вам покажем. Ух ты, смотри, а тут какая-то штучка, стрелочка, медведь и цифра 3. Класс, смотрите, я даже не ожидал. Такая крепкая, ух ты, гля, как это называется? Меч, меч. Ух ты. Сейчас я его достану. Это же не король, а... Сейчас камера отвернется, я достал. Вот, я достал и ставил его. Вы видели это? Смотрите, какой ров глубокий. И высокие стены, класс. Сейчас мы посмотрим, что там. Вот так он выглядит сверху. Или выглядит, или выглядел. Кто это у нас, Геракл? Это гидра. Пришел. Нет. Экспозиции выставки. Мы пришли сюда. Это уже сейчас 5:30. Замок работает до 5. Нам скажут, что он уже сейчас закрывается. Мы внутрь сам уже. Замок. Сам замок. Да, мы туда уже. Территорию можно туда посмотреть. Смотровая площадка есть. Сейчас мы посмотрим и вам покажем. Вот. Ну, тут, конечно, мы были не подготовлены. Вообще, я, например, ничего не знаю про этот замок. Поэтому и вам рассказать не могу. Ну. Ну, вы можете почитать в интернете. Да. Или, может быть, кто-то хочет сюда приехать, побывать. В общем-то, интересно, вот идем. Не в каждом городе есть замок. У нас в Харькове нет замка, да? Шаровка. Шаровка. Ну да, интересный это замок, но это в Харьковской области, да. Вот, смотрите, как интересно. Я так понимаю, там впереди смотровая площадка. Вот мы сейчас туда идем. На указателе было написано в ту сторону бастион. А тут встречает такая огромная птица. То ли сова, то ли ястреб, то ли орел. Кто это? А ну давайте, подсказывайте. Я тут ничего не пойму, что написано. Классно. Я вообще обожаю такие места, там где подъемы какие-то, площадки наблюдательные, вдаль посмотреть вообще. Люблю очень, как-то не люблю понизу ползать, потому что это мой астрономом стал, к звездам тянет. А вот еще смотрите, место какое интересное. Древняя стена. Классно смотрится. Ну, пошли наверх. Ну, вид тут своеобразный такой открывается. Тут вот вершинка церкви. Тут как парк, да, какой-то. Зеленое насаждение. А впереди здесь вид на город, но какой-то, что вроде завода. А вдали, смотрите, жилые районы, за ними красиво так холмы, горы уходят. А це руїни Римо-католицького храму 14-го сторіччя. Здесь впереди интересный мост и вход в замок. Сам в замок мы сейчас не попадем, но мост вам покажем. Ух ты! Вот уже интересно. Смотрите, какая дверь. Класс. Ага,
природа Закарпаття, хід. Даша тут классную штуку нашла, сейчас я вам покажу, смотрите. Опа! Ху. Эхо. В общем, классная штука такая, интересная. Колодец. Ну да, по всей видимости, это колодец. Вот двери вот такие, мне всегда вот это нравилось. Я тут такую штуку нашел интересную, смотрите. Сейчас я вам покажу. Вы смогли бы пролезть в это отверстие, нет? А теперь сможете. год, представляете? Невероятно. Рядом с замком есть еще так называемое, ну, нам сказать, как старое село, Закарпатский краєзнавчий музей. Ну, мы в него зараз же не підемо. Чому? Чому? Чому ми Тому що я не хочу.